а не Джоуи Кроуфорд, потому что с Джоуи свистков очень часто бывает много и непонятных. Итак, Гарнет очень настроен на этот матч. Да, конечно же, ему хочется реабилитироваться. И Рон Артест. Даже если бы забил этот мяч Пол Пирс, как то, что не было бы никаких претензий. Замечательно. Вот Гарнет использовал преимущество.